50 тысяч. Отвалили до тонков. Красивый завтрак у вас там? Нет. Хуже, чем еще в тот раз. Десять минут прошло, да. И вот вся семья. Это вообще... 10 из 10, скажем так. В красивых цветах. Плавочки такого же размера там. Ребята, всем привет. Привет. Сейчас идем на завтрак. Покажем вам, что нам дадут покушать, ребята. Ты проснулся? Кто еще проснулся? Спать хочу. Кто придумал, блядь, этот завтрак в 7 утра? Завтрак у нас с 7 до 9. Вообще. Больше никогда завтрак не будем заказывать. Это ужас. Хотя бы с 8 до 15. Когда ложишься, блин, в 3 и встать в 7, еще когда до этого не спал хер вот тучу времени, это тяжело. Ребят, пришли, короче, на завтрак, а здесь ничего нету. Посмотрите, столы пустые, миски пустые. Может, вообще не с 9, не с 7 утра нас подставили. Все пустое. Пришли на завтрак и остались без завтрака. Может быть, он родил один раз в неделю этот завтрак? Может, с 7 до 9 вечера? Завтрак? По-вьетнамски? Вообще. Ребят, короче, завтрак не на том этаже. Нам она сказала на первом этаже. А завтрак, оказывается, на этаже Джей. Посмотрите, здесь все есть. Бургеры какие-то, картошка, салатики. Вот, ребят, незнание английского языка приводит к неким проблемам. Там завтраки платные, а у нас мы оплатили завтрак. И что, мы его еще раз должны платить? Это вообще интересное дело. Такое себе, если честно. Не расстраивайся. Я не расстраиваюсь. Просто не буду есть и все. Конечно, зачем мне здесь платить за завтрак? Я тогда пойду в кафе, я сейчас позавтракаю. Так же беспроблемно. Это даже мне лучше. Потому что я могу в любое время встать, позавтракать и все. Не привязываться к времени. Но мы оплатили его, ребята. Мы оплатили. Вернулись, короче, ребят, в номер. Взяли телефон. Потому что с собой не взяли. Как мы сейчас по транслейту переведем все, чтобы было все понятно. Спустимся. Ну, все. Вчера, главное, я у нее спросила, завтрак у вас там? Нет. Она не показывала нам что? Да, наверх. Блять. Ну, такие небольшие нюансики, они всегда присутствуют. Мы сейчас быстренько все переведем. Все, ребят, разобрались. Переводчик нам все перевел. Девушка нам все подсказала. Она сказала, что у них одно блюдо местное производство и кофе. Принесли нам, посмотрите, вьетнамский завтрак. Лапша, утка, зелень. Водичка, перчик, лайм. И сейчас принесут еще кофе. Все, Марина обильно поливает лаймом. Такой запах пошел лайма вкусный, ребята. Вообще. Вон девчушка заваривает нам самовар. Титан, так сказать. Сейчас нальем кофейник. Мы сейчас позавтракаем и пойдем в город, ребята. Ой, вот и яичко как раз нашлось. С трусиной яичко с дырочкой. Я думал, что, знаете, ребят, завтрак, это вот приходишь, и такой шведский стол, ходишь, там сам себе набираешь хлопья, кашу какую-то, а здесь уже готовое блюдо просто-напросто. Пришел, тебе дали, покормили и поперся. Донесли нам, ребят, недостающие продукты. Это кофе, вот такой маленькой чашечки, арбуз, драгон, зелень, лапша, вода. Приступаем к завтраку. Ребят, Марина сказала, что кофе какой-то необычный запах. Блин, оно пахнет шоколадом. Блин, класс. Ну-ка попробуем. Мне кажется, его надо немножко воды разбить, он очень густой. Видите, такой прям ядер. Вот это настоящий кофе. Вот это первый раз в Вьетнаме дают нормальный кофе. Марина, смотрите, накладывает коренье. Такая довольность. Очень нравится. Все, сейчас поливаем, завтракаем. Пробуем лапшу. Берем их палочки, вот эти очень хорошие палочки. Так, утка, все здесь, соус, лапша, помидорка. Смотрите, какая красивая лапша, широкая. Вкусно. Пипец. Вот это вот банановый цветок, стушка. Я еще с того раза запомнила, она нас учила. Ребят, посмотрите, маленькое перепелиное яичко, желтое, которое Марина боялась попробовать. Уточка. Вот этот листик очень вкусный. Вот этот листик салатный, а вот этот листик как щавель такой, кисленький немножко. Но только слабый такой, слабая кислота. Все, лапша, все в соусе плавает, купается.
кофе такой концентрации, что нужно запивать обязательно водой. Это супер. Вообще классный завтрак. Мне нравится. А сначала мы подумали, что вам хрен что дадут. Но мы заплатили. Чуть панику не подняли. Представляете? Чуть панику. Не то чтобы панику, просто в нашем понимании было, что мы прием не забудь шведский стол. Прикольно, здесь не будет. И все вот тут вот висит на стуле. Еда какая-то, а мы за деньги. Я говорю, а мы что, заплатили за завтрак? Должны за это платить. Пошли за телефоном. Она говорит, что нет, у нас вот для тех, у кого хочет завтрак. Вот такая красота. Как с самым дорогим гостям. В этой вьетнамской лапше еще помимо яичек перепелиных еще присутствуют креветки. Главное, чтобы таракан не присутствовали. Короче, все лишнее, что осталось. Марина выловила все яички и перекидывает мне их. Смотрите, перекинула все яички. Плохо относится к яйцам, а? Яйца – вся сила в яйцах. Все ингредиенты. Белок. Желток. Оказался королевский завтрак, очень понравился кофе, просто огонь, огонь. Фрукты, драгон. Марина сказала, что это супер драгон вообще. Очень вкусно, ей понравился. Все нам зашло, замечательно. Не смогла кофе допить, ребят, объелась. Начинаю снимать, и этот товарищ постоянно входит в аллергию. Чихает и чихает, представляете? То микрофон начнет чихать, то еще куда-то. Дома мы когда сидим в Паттайе, я не чихаю. Мы выходим на улицу, все. И здесь вот сейчас. Дома я не чихала. Мы вышли здесь, потому что на открытом воздухе кафешка находится. Не могу, посмотреть, чих какой-то. Причем чих, ребят, начинается, когда я включаю камеру. Камеру включаю. Пши, пши, пши. Без остановки, может, главное. Представляете, без остановки, фигачит и фигачит. Вот наш отель, вот здесь вот парковочка для байков имеется. Вот здесь вот, вот такие вот кустики. Посмотрите, какое панно красивое. Вьетнамские жители на быках. Отель, конечно, старенький, но он такой ухоженный, на самом деле. Вот видно, что люди вкладываются, да, вот душу него. По крайней мере, вот вход, вот это ресепшн, очень аккуратно, очень чисто. Кафешка, вот где мы завтракаем сейчас, тоже очень чистая. Номера, ну, что сказать, ну, требуют, конечно, ремонта. Но если сравнивать с предыдущим отелем, где мы жили, вот до этого здесь, во Вьетнаме, это вообще 10 из 10, скажем так. Потому что ванна отличная. Вода прям кипяток льется, там и под холодной мылись. Ничего не грязь. Полотенце чистое. Ну, вообще мне понравилось. Ни волосочка, ничего нигде не валяется. Для меня главное, чтобы было чисто. А вот туда мы приехали, в тот отель, там везде, блин, волосы были. Здесь, кстати, даются велосипеды на прокат. Можно взять велик и покататься. Собака с тобой цепь прекрасная. Какая ты красивая. Посмотрите, здесь специальная зона отдыха есть. Очень такая красивая. Столики. Столик, вернее, и кресло. А вот пепельница. Это место для курения. А, вот. Ага. Вот панно. Женщина с кувшинчиком. Все из камня сделано. Здесь все сделано из камня. Добывают вот эти породы и все делают из камня. Статуи, Будды, столы, стулья. Все очень здесь интересно. Вот такой вот отель. А вот это как бы главный вход. Все в цветах, все в зелени. С этой стороны вот лестницы парковка. Я все вам показываю, чтобы вы все понимали, как в режиме реального времени. Сразу выход на дорогу. Опять welcome, лифт. Напротив столовая. Приятная девочка улыбается. Опять же вот Будды. Жертвоприношение. Блин, как в лифте вкусно пахнет. Да, в лифте очень вкусно пахнет. Идем на море. Сейчас хотим немного насладиться. Почувствовать блаженство вьетнамского моря. А то что, приехали, ни разу не скупались. Вообще не дело. Собрать. Посмотрите, Марина купила себе какой костюм. Ребята, посмотрите, какой красивый. Все у нее специально для катания на доске. Да. Все, теперь она какую хотела, вот коротенькую, в красивых цветах. Плавочки такого же размера там. Такого же размера. Плавочки такого же колора тоже имеются вот под шортиками. Сейчас я вам все покажу. Очень красивые цвета, яркие, приятные. Кстати, мы долго искали этот костюм и купили его.
На Лазаде. Мы купили его на Лазаде. Заказали, потому что мы искали на свой страх и риск, между прочим, ребят, мы. Потому что размер тяжеловато подобрать. Хоть там пишут М, Л, там все, там С. Можно купить, а он будет велик. Либо мало, либо некомфортно сидеть. Но магазин цвета такие, какие-то скучные. Серые, зеленые какие-то. Черные, противные. Или длинные кофты. Или длинные кофты, да. Либо они целиковые купальником, либо длинные. Я не хотела длинные. Я, мне главное, чтобы плечи, потому что когда в воде там долго... О, опять она! Блин! Она встречает. Второй день. Я, наверное, ее домой заберу. Не будем ее пугать, пусть живет своей жизнью. Вот. Потому что когда на доске... О чем я говорю? Почему я хотела только, чтобы короткая? Потому что когда на доске плаваешь в воде, сгорают в основном плечи. Все, они горят в момент. И мне главное, чтобы были плечи закрыты. Вот, я довольна. Волны там на море или штиль? Блин, солнца нету. 10 минут. 10 минут прошло, да. Но облачка они были, солнце через облака печет, достаточно жарко. Очень сильный ветер, прям порывы такие. Боюсь, что на воде там волны могут быть. Ну, нам можно не купаться, мы просто посидим на море, посмотрим, полюбуемся. Радости надо, чтобы какие-то всплески эмоций такие были. Пусть это даже какая-то мелочь, твою мать. Красавчик. Ребят, сегодня хуже, чем еще в тот раз. Когда мы пошли на море и не стали купаться. А сегодня вообще просто... Ну, люди купаются, я тоже полезу. 100%. Я только ногу. Я хочу ощутить волну. Вот, желто-красный. Желто-красный, это как бы... Можно, но не... Ну, не нужно. Да? А может... вчера вообще красный везде висели. А, здесь красный. Надо идти желто-красный. Да, это просто... Ну, вот там и люди купаются, где желто-красный. Пойдем на желто-красный? Нет, надо вот где веревка. Чтобы можно было зацепиться. Ну вот мы сейчас под пальмой можем лечь, как чунги-чанги. Там просто поле не очень красиво. А вот здесь вот красиво. Ну, там красный флаг. Он подальше, может быть, пройти вон туда, вот где доска. Давайте пройдем дальше. Пляж Баунти. Очень красивый пляж. Вот спасатели здесь есть. В форме сидят. Голые тела валяются в тени. Где желтый флаг, там вот помельче. А можно вот туда пойти? Давайте вон туда пройдем, где пальмы. Марина захотела, где пальмы. Мы идем, где пальмы. Ребята, мы сейчас, где пальмы. Ну, по кокосам не охерачила. Где пальма? И все, тогда будет классно. Так, здесь, кстати... Кокосов нету. У нас хоть кокосы есть, а здесь даже ни одного кокону-то нет. Огромный пляж, ветром нагоняет волну. Но там зато никто не купается, бля. Давай, давай, пойдем, где пальмы. Ребят, где пальмы? А там пальмы нету. А, есть. Туда далеко, где пальмы? Да. Давай здесь, нахер. Гулять тут, блин, по территории. Не, купаться она будет, я сейчас ее затащу. Все, ребят, нашли местечко такое неплохое вообще. Вот где пальмы, здесь все, где пальмы. Марина достает. Вот такое вот тоненькое покрывальце. Оно, кстати, очень удобное и легкое. Его можно везде положить. Такое вот типа полотенчика. Ну, короткое такое немного. Нормально. Зато длинное, да. Можно как бы вещички положить, если что. И самому там лечь. Хочешь так, хочешь прямо, хочешь поперек. Главное, что оно сворачивается в маленький кулечек такой. Вот посмотрите. Вот такая вот у нас мини-циновка. Вот если бы она была квадратная, большая, ей бы цены не было вообще. Посмотрите, какой красивый купальник у нее. Вообще, просто супер. Яркий такой. Очень яркий, очень прикольный. Я вот иду в шортах. Тоже очень яркий, очень тоже прикольный. Тоже яркие черные шорты. Такой вот колор у меня. Но зато удобно. Можно и по улице ходить, и купаться. А печет так? Это я чувствую прям по коже. Идет прям огонь. Сейчас Марину сначала загоним, чтобы она там покупалась. Я купаться не буду. А, она не будет. Блин, а вода такая прохладная. Ребят, вода такая вообще прям освежающая. Я даже не знаю.
Волна сейчас меня накроет. Пошел. Вадим, посмотри там, какие волны. Я не советую, не ходи. Я вообще... Посмотри, Вадим, ну не ходи. Пожалуйста. А я вот здесь встану сейчас. Падай здесь, не ходи. Вот здесь купайся. Сумасшедший, блядь, а мне нервничать стоит. А, там какие-то кусты. Блядь. Блядь, ну вот нахера, для кого написано вообще, что нельзя? Блядь, там волна идет, елки-палки, ну что за человек? Я плыву. Ребят, там достаточно мелко. Короче, можно идти спокойно. Вот эти волны создаются за счет того, что там небольшие такие канавки в песке. То есть идешь, идешь, канавка раз, и за счет этого волна собирается. А так все там мелко, можно вообще далеко уйти. Там вообще посмотрите, как спокойное там море. Вот, видите? Детвора резвится тут. Давай! Марин боится зайти туда, в воду. Идет наша бояка. Ни хера себе резвление! Она просто сносит смог! Ну все, я порезвилась. Парашютиста лодка потащила, вот они летают, летают над водой, и лодка перевернулась, и парашют, главное, упал в воду. Он на перевернутой, все снимают, главное, стоят на берегу. Спасатель приехал на водном мотоцикле, лодка сейчас вот пойдет на дно, там мотор, наверное, утащит ее, и все. Посмотрите, что творится. Парашют в воде, люди в воде, водный мотоцикл кружит вокруг них, блин. Но реакция очень быстрая была. Только вот они перевернулись, парашют еще даже до конца, он второй едет за ним. Уже они видели, что лодка перевернулась, парашют начинает падать в воду, и он прям быстро туда, прям вот успел, когда люди погрузились уже в воду, то есть успел он. Ну, вообще такое себе удовольствие. Вадим, еще третий он за ними едет, лодка едет, вот смотрите, я не знаю, видите ли. Вадим мне все предлагал, давай, говорит, покатаемся. Вот моя чуйка меня не подводит. Еще ветер такой сегодня сильный. Нафиг надо вот такое удовольствие за свои деньги, блин, еще инвалидом калекой останешься. Не хочу. Идем, короче, в кафешку попьем кофе какой-нибудь. Марина уже ломанулась вперед. Море такое кайфовое, охлаждающее такое. Ребята, вот мы сейчас по Баунти пляжу пройдем. Шикардосно. Понравился тебе загар? Смотрите, оно опять уже красное. Блин, обгорело в облаках. В облаках подгорело, ребята, вообще. Нету солнца, блин. А она красная, обгоревшая. Пойду мазать ее сейчас. Чем? Белком? Намажу чем-нибудь сливочным маслом. Посыплю икрой. О, и красный. И буду слизывать. И буду слизывать. Кабачковый. Фу, сыр, да. Баклажанный. Мы пришли в кафешку, нашли кофе. Сейчас Вадим испробует кофе. Я заказала себе смузи. Passion fruit, ну, маракуйевый. Маракуйевый смузи. Сразу наливают здесь вот водичку. Я так и не знаю, что это за водичка. Тростниковая она, либо кокосовая водичка. Но суть в том, что она такая желтенькая, наверное, быстрее всего, что это тростниковая вода. Но она не сладкая. У нее легкий-легкий такой привкус есть. Очень вкусная. Она очень хорошо жаркует. Ваше здоровье, товарищи. Вообще, кафе классное. Дешевая цена. Коктейль. Смузи, да, и кофе получается 60 додонгов. Вообще копейки. Тысяч. Ну, тысяч, все в тысячу. Мы там пили кофе по 60, я думал, это дешево, а здесь 25 кофе и 35 смуз. Классно. И еще постоянно вот наливают вот такой напиток. Тростниковый коканутовый сок. Не пойму, то ли из тростника, то ли из коканута. Какой-то ореховый такой вот оттенок. И кофе 25 тысяч. Это не маленькая чашечка, то есть размер М. А эсочка стоит, по-моему, 20. Да, 20 тысяч. Додонгов, как Вадим. Я такая красивая на камеру. Блин, я просто
Я просто неотразима. Боже мой, да я королева. Королева Вьетнама. Скромность мою все, да. Дурная баба. Не дурная, а веселая. Это все при том, что еще в моем организме нет ни грамма алкоголя. Только тростниковая водичка, поэтому все мои советы. Ребят, давайте покажу вам антураж этого кафе. Посмотрите, здесь украшено вот такими вот деревцами, сакурой, фонарики китайские, лампы. Украшены стены росписью, тоже вот сакуры. Вот такой вот здесь, такой декор, столики. Все чистенько, аккуратненько. Всегда включают вот эти вентиляторы. Все под крышей. Вот бар. И вот жертвоприношение здесь. Арбуз положили. Какие-то там монахи вьетнамские. Здесь еды никакой нет. Здесь только кофе вьетнамский и обычный кофе. Смузи, соки, йогуртовые напитки. Лимонады, все, еды здесь нет никакой. Но она, в принципе, не нужна. Вот ты идешь мимо, захотел кофейку попить, там смузи. Попил, пошел дальше. Очень уютно. Здесь еще так в тенечке, прохладненько. Ветерок обдувает. Красота. Посмотрите, какая чашка. Не маленькая чашка. Пробуем. Вкусно? Живой кипяток. То, что надо, да? Классный кофе. Вьетнамский кофе мне больше и больше нравится. Вот, то есть, где не попробуй, везде вкусный. То есть кофе здесь отличный, я просто попробую. Отличный. Да, конечно. Ну вот то, что утром мы с ней у нас в отеле пили, там вообще. Хоть спрашивай у них, что за кофе у них. О, Боже, он такой насыщенный. Прям, он не то, что вот вода, да, а он прям. Такой густоватый. Принесли мне манго смузи. Вот посмотрите, я уже говорила в каком-то видео, что у них есть отдельное смузи с йогуртом, но они во все смузи, посмотрите, добавляют то ли мороженое, то ли йогурт. Не знаю. Огонь. Очень вкусно. Не сладко. Мороженое, что ли, не пойму, попробуй. Божественный напиток. Надо еще взять такой после кофе. Ребят, отвалили 60 тысяч. 60 тысяч. Отвалили додонгов. Попили кофе, смуз. Идем дальше.